Падает, 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 падает рубль. Я ловлю его себе в карман. Здорово, законопослушный гражданин. С тобой большой белорусский босс. И сегодня мы разберем административный кодекс Республики Беларусь. Ил, мне многие пишут, можешь ли ты позвать нашего по-настоящему грамотного, законопослушного и серьезного человека? Нет. Поэтому сегодня у нас в гостях любитель поумничать, любитель красных волос и одиннадцатиклассниц Захар. Возникает резонный вопрос. Что же такое административное право? Это отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе общественной жизни. Я тут узнал, общешкольная известность, уважение, внимание девушек. Это ты про... Это я про Димку Лепесевича. Да. А что дал тебе профильный класс, помимо ежедневных уроков истории? Знаешь, босс, я смог прикоснуться к этой среде, почувствовать ее изнутри. Вот, что может быть лучше того? Мое шоу. Садитесь вот сюда вот. Ну, нам подснять нужно кое-что, садитесь сюда. Захар, да. Эй, смотри меня. Все, если ты... будешь меня снимать, то снимай меня так. Смотри так. Так, снимай меня. Можешь снимать меня так, как я думаю. Вопросы из блиц-опроса. Так снимай меня. Я так думаю. Типа я так думаю. Типа хорошо, я так снимаю. Думаю. Да. Так, понял? Наш блиц-опрос. Да. Коммунизм или социализм? Хуже. Есть. Историк, общественнический или русскмат? Да. Между прочим, у коммунизма есть лицо социалистическое. Понял. Макс Корж или Стасюк? Конечно, да, да, я понял, да. А сейчас вот так. Забегают из окна, глаза панели домов, дым как во сне, никому не говори, я покажу тебе район, перерой точка, как же идет тебе, папин или босс, мамин, плач, 18 есть, но войдем со мной, двумя, что на самом деле тащит. Административная ответственность – это мера принуждения, осуществляемая государством к лицу, совершившему противоправное действие, в соответствии с КОП. Все? Не СКОП, а СКОАП. Да, хорошо, давайте. Административная ответственность – это мера принуждения, осуществляемая государством к лицу, совершившему противоправное действие, в соответствии с КОАП. What's up, бродяги? Это урок правоведения. За совершение административного правонарушения вас могут припахать только суд, органы внутренних дел, комиссия по делам несовершеннолетних и налоговые органы. Также есть ситуации, отягощающие ответственность. Ну, например, если вы совсем дурак и совершили правонарушение, ну, повторно опять. Ну, и если вы там позвали своих корешей и натворили грязи, так сказать, совершили групповое правонарушение. Правда, Пим? Основные виды административного взыскания – это штраф, предупреждение, административный арест и исправительные работы. Административные взыскания не налагаются на лиц моложе 16 лет, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и депутатов. Босс, где Пемп? У Пемпа остались дела в Майами, и он не поехал в Пинск. Вот это поворот! Ну как это так? Мы вышли на улицу, чтобы провести опрос среди жителей Пинска. Пойдемте. Вот и первый опрашиваемый.
Здравствуйте. Здорово. Можно задать вам парочку вопросов? Конечно. Дмитрий, почему вы не участвуете в съемке проекта? Run. Мы вышли на улицу и решили провести опрос среди жителей Пинска. Пойдемте. Вот как раз таки первый опрашиваемый. Здравствуйте. Здорово. Да почему так смешно сказал «здорово» сейчас? Ну, тоже пленочный был, но по тем временам тоже такая оптика была, все. О, казалось бы, такая... А сейчас, смотрите, без этого самого как я. Без чего? Без пленки. Без пленки. Неудобнее же. Так у меня аж, самое, Ангелинка, у меня была целая фотоволтура, я сам пленку проявлял. Я самое, о чем толкуешь? А сейчас что такое? Почему все это пошло? Ладно, ребята, так.